Вот он анонс. Это у нас крыша Q3. Вот прям вот на краю элементика такие штучки. Сейчас попробуем, что за металл. Как говорится, с чем его едят. На немцах вроде бы неплохой металл, но тут посмотрим, что и как будет. Вот, пробный шар, так сказать, пару вмятин. Сегодня уже поздновато, уже 10:30, но пару вмятин. Как говорится, хочется попробовать, как оно, что, чего пойдет. Что, вот я попробовал тут пару вмятинок сделать. Вот, сказать, что прям вот на Audi такой металл легкий в работе, я не скажу. Его надо долго нянчить вот здесь. Вот я нянчился, как бы не доделал, но вот таким вот наконечник, под него вот такая вот, у меня есть пулька, я одеваю, и большие вмятины расталкивать начинаю вот с такого. Потом вот такой наконечничек, это ребята в ЦАТе продают, они там копеечки стоят. Вернее, не наконечник, а резиночка. Вот она одевается. Сам наконечничек я делал, это самопальчик. Вот, по-моему, жигулевских вот на задних колесах стоят, держат диск. Два штучки их такие, шпилечки торчат. Вот это копейка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка. Вот на задних колесах такие, как две шпилечки торчат. Я с них вот поделал. Вот, ну, собственно, вот всякие они разные есть. Вот это резиновые, вот два. А вот эти вот, вот они. Это пластик. Вот, ну, они там немножко отличаются, как бы. Вот. Ну, суть не в этом. Я бы сказал, что я не в восторге. Допустим, на других немцах я делал, приходилось. Вот, как-то более податливый металл. Вот, еще недонянченные ямки рядом тут. Я-то вот здесь вот делал. Ну, более-менее чисто, я тут как бы не придираюсь. Это первый, так сказать, пробный шар. Опять же, там вполне возможно, что вот в таком свете или в таком свете, там в каком работать, еще предстоит, как говорится, поживем, увидим. Вот, в чем будет лучше видно. На блики, на прочее, или, допустим, какого цвета должен быть экран рассеивающий. Вот лимончик стоит здесь такой. Вот, как бы подобрать какой-то цвет экрана, цвет или рассеиватель, потому что есть матовый, есть белый, как бы разные. Вот, машинка белая, поэтому тут надо, я думаю, что что-нибудь вот такое контрастное должно быть. Ладно, поживем, увидим. Ждите следующих репортажей. Вот, всем удачи, пока-пока. А мне уже пора домой, потому что мне могут за прогулы, так сказать, выгнать из дома. Сказать, тебе в гараже лучше, вот иди там и живи. Вот. Поэтому, чтобы меня за прогулы не выгнали, пора домой. До ремонта капота, он алюминиевый. Вот здесь на Q3, вот мы видим, прилипает, а тут нифига. Вот так, вопрос стоит другом, надо снять капот, чтобы его нянчить, как бы так. Вот здесь вот такие вот штукенцы, значит, закрывают. Вот, ну тут вопрос в том, что тут заходит вот целый жгут. Включил подсветку, и здесь идет целый жгут в капот. Здесь папы, мамы, как мы видим, нету. Рассоединяется все здесь. Здесь вот такие защелки. Лучше их поддевать вот отсюда, с боков, где мои два пальца. Вот, поддевать немножко и потом сверху их выщелкивать. Вот. А вниз они, наоборот, вот так вставлять их и защелкивать вверх. Здесь вот они, два быстро разъема у нас, крутящиеся, плюс
Вот идут два провода на подогрев, чтобы не замерзала водичка. Вот. Тут получается писюны с подогревом. Продолжение вышесказанного, чтобы ничего не терялось. И потом не приходилось ничего искать. Вот. Все эти вещи можно вот так взять, привязать, приклеить. И потом вдруг надо вам машинку там передвинуть куда-то, что-то, чего-то. Никаких проблем. Вот оно все на месте, никуда оно не денется, никуда оно не потеряется. Вот, его не надо искать, и потом не надо разбирать какой-то узел там или агрегат, чтобы поставить какую-то шайбочку, шпоночку там или что-то, чего-то. Вот, лучше вот так потратить немножко больше времени, и потом все на местах. Берешь и ставишь, берешь и ставишь. Вот, собственно, это вопрос аккуратности. Ну, тем, кто любит экономить время и все болты, гайки и все в один ящик там или в одно ведро кидать, ну, тем это видео не интересно. Снимать нечего, так просто, как говорится, в промежутке. Крыша уже сделана, вот. Все сделано, там пришлось, конечно, где-то внутри посверлиться 5-6 дырок, не без этого. Ну вот теперь выклеиваюсь по стойкам, им тоже отграда досталась, ну что делать. Выклеиваемся, выдергиваем, забиваем, опять клеимся, забиваем, вот такая вот работа. Вот место, кстати, блик. Вот. Здесь тоже была вмятина. У нас сейчас все, в принципе, ровно. Вот так вот. Потихоньку, помаленьку. Нужно. Вот тоже тут были моменты небольшие, но я с ними справился. В принципе, стойка более-менее ничего получилось. Кое-где, конечно, есть косячки, не без этого. Но я всегда честно говорю и людям, и на видео, что тут скрывать. Я не мастер-волшебник, у которого всегда и все получается. Вот. Я, как говорится, еще учусь. Вот. Поэтому что-то где-то может не получаться. И это нормально. И скрывать это я не считаю нужным. В общем, все получается достойно, нормально. Вот. Но не всегда и не все получается, как хотелось бы. Ну, скажем так, как было сделать, не всегда получается. Так сказал кто-то, по-моему, Пикассо говорил. Стремиться к идеалу надо, но в то же время надо помнить, что вы его никогда не достигнете. По-моему, Пикассо сказал, если я не... Продолжение нашего, так сказать, разговора. Вот они, шишки. Выдернулись. Вот теперь их надо позабивать. Вот. Видим, и все будет хорошо. Прошел бока все. Вот, и теперь остаются вот такие вот нюансы. Вот это передняя пассажирская дверь в районе зеркала. Тут то там мятинки, то там. Ну, я так подозреваю, что, возможно, это даже не град, а, возможно, так сказать, бытовые моменты. Что-то упало, а может и град. Ну, разницы нет, надо брать. Вариант. Почему? Потому что я заглянул сюда, расширительную подушку поставил. Здесь вот так вот идет на двери жесткость. Поэтому тут как бы двойной металл, и особо крючком не подзалезть. Было бы, если ниже, вот сюда пониже, здесь как бы проблем никаких. А именно вот в этом месте, на данной машинке, тут как бы вот так идет, как усилитель такой. Вот, поэтому будем делать клей. Ну, вот что получилось. Вот здесь вот. Такая вот фигня пока.
Вот и здесь. Тут ерунда, говорится. То есть, если с пальцем сравнить, еле видно тут. Ну, я думаю, завтра я еще попробую подразбить и еще раз доделать. На сегодня уже хватит. 10 часов. Вот, грубо говоря, почти пока дойду, будет 10. Вот, поэтому уже хорош, наверное. Жалко, конечно, что не доделал. Вот, собственно, вот эти две вмятины остались. Более жесткая дефектовка показала, что вот здесь еще есть дефект. Вот, я пропустил. И вот здесь. Сейчас надо доделать. А так остальное уже просмотрели под лампу. Все как бы нормально, все хорошо. Так что осталось вот доделать два таких нюансика. И можно собирать машину, крышу делать. И все остальное собирать и отдавать. Вот такая вот красота. Сейчас будем дергаться, посмотрим, что получится у нас. Все в порядке. Здесь была вот вмятинка, стала плавная шишечка. Сейчас ее осталось разбить. Все будет в порядке. Вот еще чуть-чуть забить сейчас острым керном тут. Буквально, как говорится, децел остался. И все. Так, ну вот. Кернышек свое дело знает. Все нормально. Тем более на белом автомобиле уже это никогда в глаза не бросится на улице, что что-то тут было. Вот. И осталось у нас еще с другой стороны. Вот здесь у нас на вот этой двери. Сейчас посмотрим, что тут можно сделать. Вот у нас на двери здесь такое что-то. Есть. Будем убирать. Вот что у нас получается. Выдернулась эта ямка. Ее остается только забить. С первого раза так прям как хотелось не получается. Вот, и снять не всегда удачно получается. Пришлось несколько раз вот переклеиваться. Вот, ну, в данном случае сейчас уже тут вот эту шишечку, вот она, забить и все. Ну вот и все. К сожалению, снимать красиво не получается. Хотелось бы. Ну вот, клей прекрасно сработал. Все, теперь надо собирать машинку. Хорош уже ее нянчить. Рейлинги уже я вот прикрутил между делом. Вот. И теперь нам остается собирать. Клеить потолок будем. Вот. Но это уже отдельная история. Еще капот надо передний собрать. Там омыватели с подогревом. Вот он, купленный материал. Один из материалов, который будет наклеиваться на крышу. Smart. Ну, все по порядку. Сборка будет отдельно заснята. Как бы новый, так сказать, вид работы. Вот. Так что будет отдельный фильм.